Всем привет, мои дорогие друзья! Хочу с прискорбием сообщить нам, что в Украине началась война. Россия в лице Путина вторглась в Украину. По всем источникам, по всем телеканалам везде говорят, самолеты летают. В общем, происходит что-то нехорошее. Наступления идут по всем направлениям и бои. Не знаю, может так случиться, что мне бы не хотелось, но я скажу вам как есть. Может так случиться, что я делаю для вас это видео последним. А уже есть погибшие и военные, и гражданские с одной и с другой стороны. А в некоторых городах Украины люди вынуждены сидеть уже в метро, в бомбоубежищах. Некоторые пытаются бежать на запад, на юг Украины. Паникуют, очереди в банкоматы, в обменники, в магазины в Киеве. Это то, что я сегодня с утра наблюдал, когда в 8 часов утра пошли мы всей семьей в магазин. Собственно, чуть-чуть закупиться на всякий случай. Вот. Ну и чемоданчик у нас уже готов на случай, если мы услышим звук сирены городской, то уже такое было в Киеве не так давно, я имею в виду сегодня, вот, то придется нам бежать в бомбоубежище, то есть в специальные места, где придется прятаться от того, что происходит сегодня в Украине. И это просто какой-то сюрреализм. Я, друзья, реально не верю в происходящее, что такое возможно. С одной стороны. С другой стороны, это было ожидаемо, потому что на Донбассе уже давно происходит конфликт. То, что случилось в Крыму, то, что случилось на Донбассе, всем нам хорошо известно. Вот. Поэтому просто не думали, что так скоро и быстро все случится. Но, в принципе, это было ожидаемо. Просто не думали, что Путин пойдет на такие, ну, меры, да, отчаянные меры, и неизвестно. Ну, в смысле, в принципе, нам уже известно, я уже озвучил свою точку зрения, почему все это происходит на геополитической арене, когда НАТО и Россия столкнулись вместе. Вот, но зачем же Украину насиловать, да, вопрос? Это вопрос не ко мне. Поэтому в связи с этим, друзья, прошу вас, прежде всего, давайте будем молиться о мире в Украине и о мире в России, да, потому что мы все переплетены, мы все один народ, мы все одна нация, мы все славяне, мы все друзья, братья, у нас есть много родственников, друзей, знакомых, с которыми мы переплетаемся не только в России, но и в других странах. Поэтому, друзья, мы люди, а значит, мы человеки, а значит, мы призваны к миру, мы творение Божье. А вот, поэтому давайте будем вместе молиться вообще об Украине, о России, вообще обо всем мире, чтобы в мире был мир, да, был когда-то такой лозунг в СССР, миру мир, да. А вот, не дай Бог, чтобы это все переросло во что-то очень серьезное, не дай Бог. Чтобы не пошла тяжелая артиллерия, чтобы не были, ну, чтобы не погибали мирные жители, потому что уже такое происходит, да. Вот, гражданские гибнут и военные гибнут, да. Вот, ну, чувствуется, конечно, что назревает что-то серьезное. И со стороны Белоруссии, и со стороны там Лукашенко, здесь Путин, с двух сторон, так сказать, идут. Вот, поэтому просьба тем, кто живет на Украине, или как у нас сейчас говорят, в Украине, да, не паникуйте, пожалуйста, не теряйте мира, не теряйте покоя, который дает нам Господь в сердце. Писание призывает нас, друзья, в это время сидеть спокойно, потому что сила наша, сила ваша, написано, сидеть спокойно. Это так сказал Бог в своем слове. И Бог сегодня обращается к нам. Сила ваша сидеть спокойно. Да, потому что Господь что-то, если допускает, Он знает для чего и что Он допускает.
Вот, поэтому это не нашего ума дело. Нам велено молиться. Давайте будем молиться то и исполнять то, что нам велено. Молиться о мире. Друзья, не делайте резких маневров и движений. Все-таки есть надежда, хоть она небольшая, что очень скоро все закончится. Если меня не станет, или нас не станет, или кого-то из нас не станет, друзья, но все воля Божья. Нужно быть готовым каждую минуту к встрече с Господом. Я вас об этом предупреждал на протяжении 5 лет, сколько говорил вам. А главное быть готовым умереть во Христе. Друзья, слышите? Не с оружием в руках, а во Христе. Потому что написано, живем ли мы или умираем, всегда принадлежим Господу. Это обращение к верующим в Иисуса Христа. Хочу напомнить вам еще раз, друзья, что христианин на основании Писания, на основании жизни учения Иисуса Христа и его апостолов, в руки оружие не берет и не участвует ни активно, ни пассивно, ни в каких боевых или военных действиях. Слышите? Потом, когда придет время или уже оно пришло, потом не говорите мне, что я вас не предупреждал. Я вас предупреждал. А Писание говорит, написано так, наша война не против крови и плоти, то есть не против человека. Писание говорит, что чтобы мы любили и призывает нас, христиан, любить врагов наших, любить, знаете, что такое слово любить, и молиться за обижающих вас. Это слова Иисуса, это его учение, это то, что мы должны, христиане, исполнять его Нагорную проповедь, слышите? Надеюсь, вы меня услышите, чтобы потом не говорили, а Дима нас не предупреждал. Друзья, хочу напомнить вам, что те, кто затевает войны и провоцирует войны, это преступники перед святым Богом. Эти люди, те, кто руководители, те, кто участвовали в военных действиях, будут скоро отвечать перед Ним. Это я вам говорю с полной гарантией. А вы еще не забыли, что мы смертны? Мы смертны, вы смертны. Вы еще не забыли, что мы можем быть внезапно смертны? Где мы окажемся? В раю или в аду? Вот интересный вопрос. Как мы жили? Любили или ненавидели? Прощали, молились за врагов или убивали их? Интересно, правда? А, друзья, желаю вам мира и покоя в сердце. Вот и пришло время, друзья, вот и пришло время реально испытать сердце наше пред Господом. Вот и пришло время реально посмотреть, кто мы есть на самом деле. Действительно ли наше христианство истинное или это сплошная бутафория и театр? Да? Кто мы есть на самом деле? И как мы будем поступать в чрезвычайных обстоятельствах? Как раз самое время показать свое, так сказать, настоящее христианство. Аминь. Пусть нас всех Господь обильно благословит. Завтра, если буду жив, и будем живы, да, и Бог даст, состоится прямой эфир в 19:00, напомню, это в пятницу. В 19:00 по Киеву. Друзья, буду ждать вас. Люблю вас, обнимаю и желаю мира в сердце. Храните себя в Господе. Благословит нас Господь и помилует нас и укрепит нас в себе через эти обстоятельства. Аминь.